Всем привет, и это новостной ролик по игре Los Angeles Crimes Online. И не только, потому что также расскажу о игре Polyfield. Это игра от этого разработчика Los Angeles Crimes Online. Сперва я зайду на свободный заезд, чтобы просто-напросто кататься, а потом уже рассказывать и показывать различные скриншоты. Уже вчера мне писало очень много людей, типа о том, КВМ там скоро обнова, быстрее. Но я прекрасно знал, но я ждал еще больше новостей, чтобы записать этот ролик. Так, что-то по графике. Ну ладно, пойдет. Так, достаем телефон, контакты, механик, алло, бро, ты где? Берем супру красного цвета и поехали, ребята. Вот она, красавица. Скоро тебе будет, возможно, конкурент. А нет, это бред же, ребята, супра. С прайдом это нет, это не то. Короче, начну я с Polyfield'а. Это, короче, Battlefield в стиле Майнкрафта. Различные скриншоты сейчас у нас есть, и также разработчик уже как бы активно начал заниматься разработкой этой игры. Не как раньше, потому что раньше не было вообще новостей. Ну вот посмотрите, например, на этот вот скриншот. Очень крутой, да, типа геймплей нашей Polyfield. Следующее, это разработка модели для игры Polyfield. Двигаемся с вами дальше. Вот так выглядит геймплей, типа, ну, не само видео, конечно, но по скриншоту можно понять. Блин, я что-то в настройках включил, и какие-то вот полоски какая-то, блин, надо отключить. Ну ладно, это уже потом, я думаю, до конца доиграю так, а потом уже после ролика обязательно настрою графику. Что-то я не то нажал. Также, ребята, в Los Angeles Crimes Online будет добавлен просмотр с пинга у игроков, а точнее у серверов и, возможно, у игроков тоже. И также эта функция ожидается в игре Polyfield. Следующее это оптический прицел. Посмотрите, как же все-таки круто выглядит, а? Мне нравится и уже не терпится поиграть в Polyfield. Ставь лайк, если тоже ждешь эту игрушку. Ну и обнову тоже, кстати. Помните, я снимал, ребята, мод на Los Angeles Crimes Online. Это размытость при движении. Теперь эту функцию уже можно будет включать в игре. Не нужно будет скачивать мод, да? А сразу скачиваешь оригинальную игру, заходишь в настройки и устанавливаешь размытость при движении. Также доступна функция, чтобы можно настроить эту размытость. Так, двигаемся дальше. Это тоже у нас Polyfield. Типа что-то связано с настройками оружия. Так, это понятненько, двигаемся дальше. Самое главное, это новый автомобиль в игре Los Angeles Crimes Online. Ожидается обнова в июле, так что осталось совсем чуть-чуть. Так, сейчас посмотрим на скриншоты с разработки. Вот, посмотрите, движок. О, круто, да? Вот так вот выглядит модель в разбросанном состоянии. В разбросанном или в разобранном? Ну, она пойдет. А, вот еще и разбросанный, и разобранный, все в одном. Так, двигаемся дальше, ребята. Это что у нас? Салон автомобиля Pride. Да, кстати, это как бы Ford Fiesta автомобиль, но разработчик ее назвал Pride. Типа гордость. Он так сам сказал, поэтому будем называть Pride. Так, это приборная панель. Ну, в принципе, она просто лежит и выглядит не очень. В салоне она будет выглядеть очень круто. И вот так вот выглядит сам автомобиль. Вообще, круто, мне нравится. Вот, посмотрите, это получается, как она называется, оборудование газа, да? Я так понимаю, что если мы с вами куда-нибудь врежемся, то она может полностью взорваться. Но все-таки как бы баллон, у нас будет багажники. И мы из-за этого баллона только начинаем ездить, понимаете? Но оборудование газовое, есть такие автомобили, кто не в курсе. И поэтому я думаю, что как-то механика автомобиля этого будет вообще другой. Но будет интересно, посмотрим, ребята, что же из этого получится. И вот недавний скриншот, где было написано, типа, это что, типа новая тачка? И все такие, да, конечно, это новая тачка, мы все ждем, мы все прекрасно ждем. Надеюсь, что после этого ролика обнова не выйдет, потому что уже так было. Я только новостной ролик записываю, тут бац, и все начинают писать. А чё ты новости снимаешь? Уже обнова вышла. Иди обнову снимай. Я такой, да, ну нафиг. Надеюсь, что с этой новостной тематикой у нас такого не получится.
В общем, ребята, ставьте лайки, если вы ждете обновы и ждете поле Фелтен. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.